Вопрянцева освидетельствована, телесных повреждений не обнаружено, насильственных действий в отношении нее не совершалось. Проверкой телефона подозреваемого с применением крим-техники установлено наличие фотографий девочки и ее родителей, а также видеозапись с изображением потерпевшей. Ну, все это свидетельствует о том, что он заранее готовился к похищению. В ходе проведения осмотра квартиры нашего подозреваемого, значит, изъято поддельное удостоверение майора полиции, наручники и веревка, которой девочка связывалась. Завтра в отношении Вихрянцева будут направлены материалы в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, арест. Ну и в ближайшее время будет предъявлено обвинение.